я продолжаю говорить об итальянской философии. Это вторая часть. Была по сути итальянским флорентийским движением, а также великим периодом развития искусства и философии. Среди отличительных элементов философии эпохи Возрождения это первое. Возрождение Ренессанс означает возрождение заново классической цивилизации и учености. Частичное возвращение к авторитету Платона по отношению к Аристотелю, который стал доминировать в философии позднего Средневековья. И второе. Было замечено серьезное увлечение философами оккультизмом и герметизмом. Гуманизм – европейское интеллектуальное движение, которое было важнейшим компонентом эпохи Возрождения, зародившееся во Флоренции во второй половине XIV века и охватившее большую часть Италии. Гуманистическое движение возникло в результате повторного открытия европейскими учеными латинских и греческих литературных текстов. Первоначально гуманистом был ученый или преподаватель латинской литературы. К середине 15 века гуманизм описывал учебную программу, состоящую из грамматики, риторики, моральной философии, поэзии и истории, которые изучались с помощью латинских и греческих авторов. Гуманизм предложил необходимые интеллектуальные и филологические инструменты для первого критического анализа текстов. Триумф текстологической критики Лоренцо Валлы показал, что дар Константина, подложный дарственный акт, был родни средневековой подделкой. Итальянские гуманисты эпохи Возрождения полагали, что свободное искусство, живопись, музыка, грамматика, риторика, ораторское искусство, история, поэзия, использование классических текстов и изучение всего вышеперечисленного должны практиковаться людьми всех уровней любого достатка. Они также одобряли самооценку, ценность человека и достоинство личности. Они верили, что все в жизни имеет определенную природу, но привилегия человека – иметь возможность выбирать свой собственный путь. Джованни Пико делла Мирандола написал следующее о сотворении Вселенной и месте человека в ней. Но когда работа была закончена, мастер продолжал мечтать о том, чтобы кто-нибудь задумался о замысле столь великого произведения, полюбил его красоту и поразился его необъятностью. Он, наконец, задумался о сотворении человека. Он посчитал человека существом неопределенной природы и, отведя ему место среди мира, обратился к нему так. Адам, ни определенного места обитания, ни формы, которая принадлежит только тебе, ни какой-либо функции, присущей только тебе, мы не дали тебе для достижения цели, соответствующей твоему стремлению. И, соответственно, ты по своему усмотрению можешь сам выбирать. Природа всех других существ ограничена и сдерживается рамками закона. У тебя же есть возможность деградировать в низшие формы жизни, которые являются грубыми, но также у тебя есть власть по решению твоей души родиться в высших формах, которые являются божественными. Выбирай. Сам. На Италию также оказало влияние движение под названием неоплатонизм, которое привело к общему возрождению интереса к античности. Интерес к платонизму был особенно силен во Флоренции при такой политической династии, как Медичи. Во время заседаний Феррара Флорентийского собора во Флоренции, во время неудачных попыток исцелить раскол между православной и католической церквями, Козимо Медичи и его интеллектуальный круг познакомились с философом-неоплатоником Георгием Гемистом Плефоном, чьи рассуждения о Платоне и александрийских мистиках так очаровали итальянцев, что интеллектуальное общество Флоренции назвало его вторым Платоном.
В 1459 году Иоанн Аргиропул читал лекции по греческому языку и литературе во Флоренции, и Марсилио Фичино стал его учеником. Когда Козимо решил заново основать Платоновскую академию во Флоренции, он выбрал во главе ее Фичино, который сделал классический перевод Платона с греческого на латынь. Он был опубликован в 1484 году, а также перевел собрание эллинистических греческих документов герметического корпуса и труды многих неоплатоников, например, Порфирия, Ямблиха, Плотина и других. Следуя советам гемиста Плефона, Фичино попытался синтезировать христианство и платонизм. Никола ди Бернардо Макиавелли, итальянский философ и писатель, считающийся одним из самых влиятельных итальянских философов эпохи Возрождения и одним из главных основателей современной политической науки. Его самой известной работой является «Государь или князь». Вклад Макиавелли в историю политической мысли заключается в фундаментальном разрыве между политическим реализмом и политическим идеализмом. «Государь или князь» – самая известная книга Макиавелли. В ней он раскрывает и описывает искусство, с помощью которого правящий князь может сохранить контроль над своим королевством. Для Макиавелли можно быть безупречной общественной фигурой и в то же время совершать безнравственные поступки. Следуя Макиавелли, князь политически определяет добродетель как любое качество, которое помогает ему эффективно управлять своим государством. Макиавелли осознавал иронию того, что злые поступки приводят к благим результатам. Гуманисты негативно относились к его философии, в том числе Эразм Роттердамский. Также его основным интеллектуальным вкладом в историю политической мысли является фундаментальный разрыв между политическим реализмом и политическим идеализмом. Таким образом, князь является руководством по приобретению и удержанию политической власти. В отличие от Платона и Аристотеля, классическое идеальное общество не является целью стремления правителя к власти. Как политолог, Макиавелли подчеркивает необходимость методичного применения грубой силы и обмана для сохранения статуса «кво». В общем, некоторые пришли к выводу, что князь на самом деле всего лишь сатира. На сегодняшний день современное употребление слова «макиавеллист» – это прилагательное, описывающее человека, отличающегося хитростью, двуличием или недобросовестностью. Князь – это трактат, который в наибольшей степени ответственен за появление этого термина. По сегодняшний день макиавеллист остается популярным термином, используемым в повседневных политических контекстах, в то время как в психологии макиавеллизм обозначает тип личности. На Италию также оказало влияние просвещение, движение, которое стало следствием эпохи Возрождения и изменило направление итальянской философии. Последователи просвещения часто встречались для обсуждения в частных салонах и кофейнях, особенно в таких городах, как Милан, Рим и Венеция. Города с важными университетами, такие как Падуя, Болонья и Неаполь, также оставались великими центрами науки и интеллекта, где проживали несколько философов, таких как Джамбатиста Вико и Антонио Дженовези. Джамбатиста Вико критиковал распространение и развитие современного рационализма, находя картезианский анализ и другие виды редукционизма непрактичными для человеческой жизни, и он был апологетом классической античности и гуманитарных наук эпохи Возрождения, а также первым автором основ социальных наук и семиотики. Он признан одной из первых фигур эпохи контрпросвещения в истории. Латинский афоризм «истина сама по себе является чем-то созданным» был предложен Вико. Его подход является ранним примером конструктивистской эпистемологии. Он положил начало современной области философии истории, и хотя термин «философия истории» отсутствует в его работах, Вико говорил об истории философии, изложенной философски. Итальянское общество также кардинально изменилось во времена Просвещения, когда такие правители, как Леопольд II, великий герцог Тосканы, отменили смертную казнь. Власть церкви была значительно ослаблена, и это был период великих размышлений и изобретений, когда такие ученые, как Алессандро Вольта и Луиджи Гальвани, открывали новые вещи и внесли значительный вклад в западную науку.
Чезаре Беккария был важной фигурой эпохи Просвещения. Беккария известен своей работой о преступлениях и наказаниях. Трактат, ставший одним из самых ранних известных работ, осуждающих пытки и смертную казнь, и таким образом знаковой работой философии по борьбе со смертной казнью, которая позже была переведена на 22 языка.